Клятву верности Беларуси и народу дали 130 першокурсников Могилевского института Министерства внутренних справ. Урочистый ритуал присяги молодых правоохранников прошел на святым для Могилева месте Буйницким поле. Специально для их был показан фрагмент реконструкции боя, что отбылся тут у липени 1941 года. Подробности у Татьяны Сергейчик. Урочистая присяга нового пополнения Института Министерства внутренних справ распочалась за складания вянковых кветок до каплицы на Буйницком поле. Давать клятву на легендарном месте стало доброй традицией. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь. Присяга – одно из важных подей у жизни тех, кто обрал шлях служить родиме. Клятву будущие офицеры давали перед своими коллегами, сябрами, родными и близкими. Многие батьки ледь стримливали слезы. Волнительно, как вот служба пройдет, все. Ну, очень рада за него. Смена поколения. Я сотрудник, сын был сотрудником. Но это соизмеримо, когда встречаешь жену с ребенком из роддома. То есть вот такое, очень волнительно. Дитячие романтичные мары быть милиционером. Это хлопчики и девчонки теперь серьезно вырешили смагаться со злочинностью. Ближе к 10-11 классу я уже поняла, что это серьезно. Строевая подготовка ежедневно. Вот, например, вчера мы полностью гладили обмундирование свое, вот, чтобы с иголочки выглядеть. Вот. Поздно все легли, но, думаю, это того стоило. Как только молодые люди были залечены у институт, и они стали супрацовниками органов внутренних справ. За месяц до присяги у них был навучальный сбор. Для любого человека, которому довелось в жизни принять присягу, это является той клятвой, которая, ну, вечная на всю жизнь, и это как девиз его жизни. Я думаю, мы достойных воспитаем офицеров. Я вот смотрю строй, мне уже за 50, им 17, и вспоминаю себя, и, наверное, мне тоже престижно и достойно воспитывать будущих офицеров, потому что я сам прошел от курсанта до генерала. Хутка Могилевский институт внутренних справ отзначит стагоддзе установы. Новое пополнение трапит у вековую историю школы милиции и, спадзяемся, станет достойной изменой. Татьяна Сергійчык, Віталь Алексеенко, Новини регіон.